Всем привет! Я сегодня снова на работе. В общем, у нас в Самаре сегодня просто адский трэш на дорогах с погодой. 10 баллов пробки. Ну, хотя, вот я вот сейчас вам показываю, этого совершенно не видно, но на самом деле очень сильные пробки. Я приехала сегодня на такси, заказала его раньше, чем надо, вообще на 20 минут, потому что боялась. Ну, вот видите, ветер очень сильный, прям там сдувает с ног. Некоторые люди пишут в Инстаграм, там, что у меня сейчас балкон оторвется. Ну, в общем, сильная метель, снег, очень-очень холодно. У меня сегодня достаточно спокойный, слава богу, день, потому что я очень устала на прошлой неделе, о чем я раз 200 сказала во влоге предыдущем, но я на самом деле там подустала, мягко так сказать. Вот, сегодня у меня вот заказ, я просто делала розочки. Вот, у нас, кстати, пришли амарилисы. Я очень по ним соскучилась. Красненькие. Холодильник выглядит сейчас вот так. Ну, там ничего особо вам не видно. Я сейчас буду делать букеты на витрину, потом обязательно их вам покажу. Вот, я приготовила цветы для букета. Сейчас буду собирать букеты вот из этих цветов. Они пока подрезанные стоят, пьют немножко. Я честно скажу, я так очень редко делаю. Вот когда есть время, вот я налила чай и поставила цветы чуть-чуть напиться. Ну, это вот обработала их от зелени ненужной. Вот, и еще нужно вот этот вот конифирен. Я его сейчас поделю на вот эти вот маленькие веточки его. Вот, и буду добавлять между цветочками. Видите, как красиво сочетается. Он такой, как припыленный зеленый. Я очень люблю такие пыльные цвета. Итак, сделала вот такой букет. Вот так он выглядит. Он уже стоит у меня в вазочке. Он состоит из розы кустовой двух оттенков. Вот такой вот нежно-розовый и кремовый. Хризантема сантини. И гвоздика двух цветов. Вот такая вот очень ярко-розовая. Вы ее видите светло-сиреневый и нежно-розовая зелень конифирен, который я разделила на маленькие веточки и затейпировала. Все это в новомодной такой двойной упаковке. Ножку я, как обычно, еще не сделала. Когда объявится покупатель, если объявится на этот букет, на что я очень сильно рассчитываю, тогда и ножку сразу сделаю, чтобы она не мокла, пока я ее оставляю так. Еще одна композиция на витрину. Вот такая коробка с цветами. Здесь оранжевая коробка. Она уже как бы сезон оранжевого цвета отошел, если так мягко выразиться, уже давно. Вот, но все-таки нужно все равно их продавать, что же они у нас будут стоять. И как-то вот так их приспособить, чтобы все это выглядело органично и все-таки в тему. Здесь елка, нобелис голландская, здесь кониферн. Зелень ваксфлауэр, что я говорю, хризантема кустовая, вот такая вот, и сантини помельче, вот сиреневая, кустовая роза, так, и все получается, да, кустовая роза, два вида хризантем и ваксфлауэр. Также я добавила шишки, чтобы усилить такой новогодний эффект. Вот, стоит эта коробочка где-то 2600-2700, вот так вот у нее цена. Она достаточно большая, она не маленькая, и это даже очень недорого за такой объем, я хочу сказать. И я думаю, очень надеюсь, что ее быстро купят с удовольствием, не хочет, чтобы она застаивалась, хочет, чтобы она уже ушла кого-нибудь радовать. Всем доброе утро! Следующий день уже наступил, время как раз сейчас 8. Я вот этот букет отдаю через где-то минут 15. Мужской букет круглой формы из яркой гермини, вот такого, ну, своеобразного цвета, приятная достаточно она, мне нравится. Яркая и интересная, незаезженная. А также роза красненькая Red Naomi, хризантемка сантини, писташ, зелень и российский рускус. Упаковано все фетр и немного подложка такая грубоватая, зеленая. Я начала делать рождественский венок еще, когда рабочий день даже не начался, представляете? Вот, экспериментальный, если вам интересно. Я сегодня, если я его доделаю, вам обязательно покажу. Если вам будет интересно, как я его делала, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я попробую снять
отдельное видео, как делать такой веночек. Ну, пока еще рано говорить, может быть, он у меня не получится. У меня только что забрали букет с витрины, который я вам вчера показывала, розовый, нежный. Вот. Я решила сделать не совсем такой же, но вот букет на каркасе рабочем. И вот здесь вот по краю я просто на бечевку такую, ну, как не совсем бечевка, а проволока с обмотанной бумагой. Вот, то есть такая податливая, она гибкая. Привязала конифёрн просто к краям вот этого каркаса. Всем привет! Еще раз уже следующий день, и я продолжаю делать свой чудо-венок, который вчера я так и не доделала. Я его тоже еще не доделала, у меня вот сейчас дилемма, добавлять красный цвет или нет. Я, в принципе, люблю вот такие вот цвета. Мне нравится очень, когда минимум цвета, и единая гамма какая-то, то есть это вот мне вот больше всего, наверное, нравится. И вот такой вот букет на вчерашнем каркасе из конифирена, который я вам показывала. Сделала я этот букет вчера, но не успела тоже снять. Сейчас я его выложила утром уже в Инстаграм. Вчера я его показывала в сторис, снимала видео. Очень классненький букетик. Мне вот безумно нравится сочетание вот гвоздики и конифирена. Оно, мне кажется, вообще очень выигрышное по фактуре. Очень классно сочетаются эти два растения. Здесь шишечка еще и палочка корицы. Очень жаль, что он кажется вам на камере сейчас очень бледным, но на самом деле здесь яркая розовая, прям фуксия гвоздика. Тоже яркая гвоздика двухцветная, достаточно насыщенный сиреневый цвет у хризантемы сантини. Вот. Наверное, единственное, что вот такого же цвета, как есть, это вот конифирен. Все остальное гораздо ярче, насыщеннее и интереснее. Так, упаковка здесь, оп, войлочная лента широкая. Бантик я из нее вырезала, заколола булавочками. И обычная атласная сиреневая лента. Жила-была обычная коробка, пришел человек, налепил на нее всякой ерунды, и получилась дизайнерская коробка. Здесь те же бантики из войлока, как вы видите, кружочки из войлока, сухоцветы из сашей киевских. Вот такая коробочка, тоже я выложила ее в Инстаграм. Итак, здесь кустовая роза, хризантема, зелень пистаж и ваксфлауэр, вот. Его не очень почему-то видно хорошо, но он здесь аж в количестве двух веток присутствует. Вот эти белые цветочки, они называются ваксфлауэр. Вот. Вот такая вот корзиночка. Она достаточно объемная и при этом получилась, на удивление, недорогая. Она получилась у меня 1600, вот я из нее выдернула ценник. Я наконец-то успокоилась уже с этим венком рождественским, зимним, новогодним, каким угодно. В общем, вот такой у меня венок получился. На этом я решила остановиться. Добавила здесь кружево из-под хлопка. Вот этот вот кармашек, в котором все сидят как раз вот эти вот все штучки беленькие. Вот. Приклеила его сюда. Здесь красивое кружево, рассыпанный иликс, елочка. И вот здесь такая как бы елочная игрушка, которую я сама смастерила. Так, а вот букет. Очень он мне нравится, честно вам скажу. Букет без упаковки, кругленький. Я вам еще в зеркало тоже сейчас его покажу. Здесь герминии, камилла, тюльпаны и зелень пистаж. Пистаж. Все. Вот такой букет. Здесь просто войлочная лента с булавочкой. И вуаля. Вот так он выглядит в зеркало. Вот. Классненький, кругленький такой прям. Хорошенький, прихорошенький, аккуратненький, приаккуратненький. Как я себя хвалю.